25 детей погибли в ДТП на казахстанских дорогах с начала года. Порядка 350 из них получили травмы. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор комитета адмполиции МВД Актоты Буранова. В общей сложности жертвами аварии стали порядка 200 человек. В большинстве случаев причиной ДТП является несоблюдение правил дорожных движений, отмечают специалисты. Безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и от пешеходов. По статистике, довольно часто виновными в ДТП являются именно те, кто переходили улицу в неположенном месте или на красный свет. Некоторые даже банально забывают, что если пересекаешь проезжую часть, нужно смотреть по сторонам. По данным МВД, только с начала года произошло 1300 дорожно-транспортных происшествий. В этой связи профильное ведомство предложило Министерству просвещения внедрить отдельный школьный предмет по изучению правил дорожного движения.